тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли. Друзьях и в мечтах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, и пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь, ведь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, и пройдет и полгода. И полгода. Это идеальный порядок для вас. Как нас сейчас видно? Да, прекрасно. Прекрасно. Только дыхните так, дыхните. Это не видно. Отлично. Алло. Теперь вы можете снять шапки и одну минуту без шапок постоять. Да. Потому что мы должны все-таки вас показать без шапок. Значит, все нормально. Если у вас есть что-нибудь сказать, то мы готовы. Страна будет также к великому будущему идти, поэтому еще наше хорошее кино стали снимать. Я надеюсь на экспансию уже русского кино на Запад. Да. Дорогие друзья, как я посмотрел этот фильм, все-таки основа – это человеческий фактор. Умом что-то можно предположить, а человеческое вот… Что-то человеческое. Посмотрите этот фильм. Сейчас я вам скажу, какое сегодня число. 12 декабря 2017 года. То, что мы только что увидели в Сенате Государственной Думы кино про покорение космоса на бочках с керосином, это вчерашний день. Среди нас есть современники, единицы, которые говорят о новом технологическом прорыве, о новом технологическом этапе развития цивилизации. Это безопорные движители, это новые средства перемещения в пространстве, это новые научные парадигмы, позволяющие обеспечить каждого землянина всем необходимым, решить все проблемы конфликтов, войн и всю мощь цивилизации направить на то, чтобы заботиться о каждом землянине. Россия впереди.